Накануне своего 450-летия наш город прославился очередной уникальной скульптурой. Необычный подарок, не имеющий аналогов не только в России, но и во всем мире, преподнес Орлу генеральный директор корпорации «Грин» Николай Грешилов. Сегодня мы открываем очередной памятник. Это, я считаю, украшение нашего города. Это, наверное, достояние всего Центрального федерального округа России. Ведь мы с измальства помним экскурсовода, который рассказывал не банальные вещи, а очень интересные, яркие вещи. Со многом эта профессия созвучна профессии учителя. Учителя с большой буквы. Вот мне кажется, экскурсоводы, гиды именно таковыми являются. Творчество без музы невозможно. Прототипом девушки-гида стала дочь Николая Грешилова, Мария. Именно с нее писали образ молодого экскурсовода. Сходство налицо. Сразу после открытия памятника состоялось не менее торжественное событие. Для своих первых посетителей открыл двери новый музей. Узнать историю Орла от его основания горожане смогут, прогулявшись по просторным залам. Собственно, название музея под стать его экспонатом от основания и затем. Екатерина Соленкова, Павел Джумабаев, телеканал «Первый областной».